terrorist act against Ukrainian critical infrastructure that aims at causing as many civilian casualties and as much destruction as possible. By resorting to scorched earth tactics, or in this case, to flooded earth tactics, the Russian occupiers have effectively recognized that the captured territory does not belong to them and they are not able to hold these lands. Here in the United Nations Security Council chamber, Russia is floundering again in the mud of life. Предпринятая Киевом преднамеренная диверсия против объекта критической инфраструктуры носит крайне опасный характер и, по сути, может быть отнесена к разряду военных преступлений или терактов. Диверсия Киева преследует две очевидные задачи. Во-первых, привлечь себе максимальное внимание с целью создания благоприятных возможностей для перегруппировки подразделений ВСУ и продолжения широко разрекламированного контрнаступления, которое явно захлебывается и не достигает поставленной Киевом цели. По информации нашего Минобороны, Киев приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о намерении украинских сил перейти к обороне.